Всем привет, друзья, с вами 1-2 Кхаус, мы играем в ЕВТД. Добавлены две новые расы, и одна из них совершенно не сбалансированная. Можно пропушить противника на второй волне паразитом. То есть из каждого футмена вашего вывалится при смерти паразит, который, по сути, больше по ХП, чем недоотхиленный до конца фут. Что-то, кстати, футов как-то мало у нас. Чего всего два вышло? Да не два. Они просто... Ну, два на верхней линии. Они рандомно, я так понимаю, идут. Угу. То есть здесь теперь, да, две линии. Все клево. Да, ты, кстати, этот краб ТД не видел, как мы играли? Там вообще жесть. Так, вот вышел футмен, я ему две атаки, две защиты. Ну, так себе. Что-то я пятого левела сделал, чувак. Ого, грабеж 5 голды за атаку. Вот это выгодно. Может быть, даже лучше, чем одного делать. Ну фиг пойми, ну примерно то же самое. То есть я играю за орков, они дают инком, рудник сейчас сразу не построить, прямо страшно. Смотри. Оу, что это за красота такая? Ну это плюсы им хп, ну по сути мана это их хп. Сколько у них мана, столько хп, по 5 у всех. Хуточка какая-то, прикольно. Ну конечно отстойно, что карта уже сломана, то есть недотещена, но автор, к сожалению... О, блин, нас тоже прорвали, потому что у нас жадная стратегия у двух игроков. И инновационная стратегия у третьего игрока. В итоге играет, по сути, только один, наверное, Никита 7. Вот. Поэтому все плохо. Не, ну, для 1 на 5 он неплохо держится, я. 1 на 4, все-таки у меня инкомная стратегия, но я не за врагов. Так, ваш инком 0, опять страшная тема. Автор в армии, поэтому фиг что изменится, к сожалению. Но... Я думаю, если бы он выиграл в гран-при, это помогло бы ему. А я им ком построил. А у тебя лавка наемников активна? Нет, она во время волны не активна всегда. Что не все сейчас вообще по низу пошли. Офигеть, что за инновация, блин, у меня денег мало из-за нее. Да надо было одну один лайн, потому что выбирать. Ну, блин, вот. Все-таки добавили новый мод, надо же... О, слушай, у нас в башнях есть Хилин Вейв. А я, да, я заметил заклинание, ну, этот, смотрю, инкома нет, но думаю, ладно, что-то больше нечего делать, да? В этом здании. Эволюционирует случайную стихию первого уровня, дает сплов. Работает даже на не 100% отхиленных юнитов, работает только на тех, кто не на основной арене. Ничего себе, с пятой волны. Интересно. Такая штука будет. Че, опять это, Димин инновации. А может, можно башней хильнуть тут? Можно. Ого, имба. Можно рев заюзать. Я уже заюзал. Или нет? Он как-то не юзается. Ой, я врага, что ли, подхилял? А, они все враги. Офигеть. Ну, вроде нормально. Не помогло. Вроде живем. Ну, не так плохо, как в прошлый раз было. И не так плохо, как было в стратегии с паразитами. Они хиляют, гады, тоже поняли. Абузеры. Не, ну стало поинтереснее, там хил заюзать, то все. О, 6 голды, все. Живем. Чего 6 голды? Инком. А можно было. А с чего у тебя? В смысле, завод, ну, инком еще и здание построил. Трудники. Я же говорю, со второй волны можно на самом деле. Ну хоть пишется с третьей. Ну я вот построил берсеркера, у него он 5 голды за удар фигачит, так что. Я думаю, да. А, он еще и 2 к атаке добавляет. То есть я не такой прям уж бесполезный. Как меня малюют. То есть... Я третий рудник строю. Ого. Ты богат. Да у меня что-то юниты такие не очень полезные сейчас. Ну, как бы, когда у нас куча маленьких всяких юнитов, неулучшенных, как бы они не очень клевые. То есть, на самом деле, какая-то не целительная волна, а такая, как бы. Ну, что-то я не очень много денег зарабатываю, но все равно, в принципе, более-менее норм. Ну, то есть, там... 150 за волну где-то получаю. Что-то... Ну, нифига себе. Что, в принципе, пойдет. Я вот не знаю, мне строить этот? Наверное, все-таки рудники выгоднее строить. Ну, я могу... Смотри, по сути, я могу вообще за эволюцию отвечать. У меня башня есть, которая случайно кидает эволюцию, ну, случайную эволюцию на юнита кидает. Ну, отвечай. Я могу за инком отвечать, только, блин, я рудник поздно построю, но... Зато мне... Ну, не знаю, сотка... Чем опять левая?
А хотя нет, подожди. Не так все плохо. У нас же атака. Вон, 25 плюс 8. Шутками-шутками, а у них-то... Ну, у них армор вон есть уже. Не, прикольно такая. Кстати, эта трава, смотри, такая ну, симпатичная. У меня гоблины вот эти мини-механики кидают по одному, по одной атаке и защите. На них, правда, раньше 160, то есть они... Плюс 100 к инкому, интересно. Или это 100 голды дали одноразово? Рандом был стихии воду, не знаю. Так, кстати, в этих штуках черт надо было качать, ну, что-то лагерь наемников делать. А, ну ладно, я рудник построил. Рудник-то тоже, по сути, инком. Давай. Ну, вся надежда на Никиту Сема, короче. К нему какие-то заджойнились. Один за эволюцию отвечает, второй за инком. Не, ну я построю сейчас хиляющего, что ли. Который циркулярную... А что, смотри, у нас эта механическая игрушка какая-то пошла. Что это за игрушки? Где? Вон. Ну, сверху, в самом верхнем левом углу. Ого, уже эволюция прошла. Что такое? Это ты эволюционировал? Нет, это, наверное, в башне можно заюзать. Да, в башне можно заюзать. Но не от хиленого даже юнита. А-а-а. Интересно, а стандартный... Блин, так прикольно, диск вылетает этот черный. Угу. Я, наверное, этого гоблина сейчас ретака качну на максимум. Так, а я, наверное, сейчас дострою рудники на максимум. Ну, короче, будем денежки. Я надеюсь, игра будет долгой, веселой. Не, баланса, понятно, тут не будет, к сожалению. Ну, в этом тоже есть свой прикол, типа, найди имбу. Ну, что-то чуваки нашли имбу, походу. Ну, блин, мы же не забываем, что у нас... Надо, конечно, эволюционировать. Ну, вообще, хилять, получается, смысла нет. Лучше эволюционировать. И того, кого эволюционировали... Ну, эволюционировать самого дохлого, естественно. И того, кого эволюционировали этот... Ну, ты понял. Ну, в начале самом. Короче, самый первый юнит эволюционировать надо. Угу. О, реально... За повреждение вашего здания мы еще деньги получаем. Вообще выгодно. Это как в яйце в том, помнишь, короче? Сливаем дома. Больше яйца, чем больше на дома, тем... Ну, это скорее для зрителей. Золотое яйцо. Хорошая карта. Да, ты там всегда выигрываешь. Да, хорошая карта, поэтому... Я, кстати, не забыл сейчас даже сделать этот... Инком? Хорошо, что меня предупредил. Ну, я что-то вот под конец самый. Так, ну что, давайте этот... Построили 4 рудника. Делаем еще теперь охотников 3-го уровня. Так, плюс 1 голда, а здесь получается плюс 3 голды, но за большую стоимость, что ли? А следующий сразу плюс 5 уже, да, по-моему? Ох, деньги, 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 главное не слить. Хотя нормально, нас продамажат, еще больше заработаем. Вадимка своя получит. Ого, тут почему все остановились в какой-то момент? Не знаю, может быть, диск какой-то поймали, а может быть, уже много юнитов на Ого, карте. А, они уже дерутся, смотри. Ого, прикольно, кстати. Не все ушли, но... Типа, не тормози. Угу. Блин, там повышает регенерацию юнита уже. Они уже итемы юнитам дали. Ну, надо колечко купить какое-нибудь. Наверное, или что там еще есть. Шанс. Так, я возьму эльфов. О, можно рудники строить, нормально. Сейчас долбанем рудников. А что за гранты какие-то выходят? А, это просто барак стоит? Да, просто барак. Там грант все время стоял. Ща еще за повреждение денежек дадут. Ща заработаем, пацаны, все нормально. А что, кстати... Ого, за повреждение здания 234. О, ща мы повреждение, не повреждение затащим. А только 3 рудника или, можно за эльф. Или давай, я бы тоже свапнул, только тогда, блин, кто-то гоблинов бы взял. Ладно. Ой, блин, опять я не успел. Да, нет. Я вот тоже только... Блин, так мало времени между... Или... Не, ну просто не тормози, типа. А, один юнит идет почему-то. Голда опять. Ну опять голда, типа, кто больше нахиляет, тот получит. А можно эволюционировать голду? Как думаешь? Наверное, нет. О, минус 300 манны. Не, ладно, чё. Блин, диски вообще никогда не попадают. Полезные, блин. Так, технологический центр. Текс.
Запас инком тимы плюс один. Ну что-то слабовато, конечно. Ой, опять я ничего не успел, но, наверное, было там и не успеть никак, что ли. Так, все, я сделал два механика третьего уровня. Блин, они хиляют, оказывается, еще неплохо. Так. Я тут, короче, все повышаю, повышаю, повышаю благосостояние своей империи. То есть у меня 7 рудников, куча копьеносцев. Главное не отдаться, короче. А то это возможно. Хотя, нормально, я думаю, что сейчас не убьют, а потом мы за повреждение главного здания столько получим. Не, конечно, вот механика, типа, отстающей команде что-то там еще давать, это прикольно, но главное это... Не пере... не ну, не хотя, перетать. С другой стороны, тоже, в принципе, это же обоюдоострое оружие. Ну, в смысле, ну, конечно, не совсем правильно я сказал, но в смысле, что обе команды могут эту фишку обузить, в принципе. Во-первых. А во-вторых, эту фишку можно очень фатально переобузить. Кстати, я что-то не замечаю, чтобы рудники давали золото. А, не, вот дают. Замечаю, дают. Ого-ого, мы что-то пробиваем. А, нет. Там примерно равная борьба. Сейчас я своих копьеносцев как улучшу. Еще польза от меня пойдет. Инком 511 у меня. Отхил. Ну, кстати, я не такой-то плохой, если вот с Платуновым сравнивать. Ну, фигово, если это... Вот бонусы, что теряются после эволюции, это как бы очень неправильно. То есть у меня, получается, вот всех своих, ну, которые бафуют что-то, нет смысла строить в начале вообще. Вот так, кстати. Прошел? Да. Это, а где веспов что-то строить? Я так в технологическом центре зашел, он особо там не заметил. Этот, Hunter's Hall. А, это отдельное здание. Так. Ну чё, я, получается, сделал этот технологический центр, особо в нем толку нет. О, слушай, построй это самое, мне тут шамана вот рядом с... вот здесь. Так, вот, я сделал эволюцию, сейчас я буду фигачить. Так я уже свапнул шаманов. Mm. Я сейчас вот буду духа фигачить. Ты тоже там постарайся, что-нибудь ему сделай. Mm-hmm. Как ты ну, его отхилять там? Я все юниты всех выделил. Ну я что-то не очень много ему всего надавал. Прямо Идем. Скажем. Он там уже или... Не-не-не, вот он сейчас к выходу подходит. А, все, вижу. Не знаю, даже улучшить. Да, денег у меня, конечно, просто жесть. Как от обузы инкома не защищай, я свое получу. Ого, еще и стопаются они. Ешкин кот. У меня я 700 голды за раунд заработал, даже больше. Представляешь? Ну, наверное, построй всех, все башни, ну, до лимита и свапну тоже. О, там какого-то механическая игрушка идет реально. Да, каждую волну. Так, ну я, наверное, не знаю, где... А, я же уже... А, нифига себе, мы что-то мы их пробили. Ого, сейчас... невыгодно, сейчас будем этот, деньги им давать. Да. Так, что-то я не понял, у меня нет Hunter's Hall почему-то. А у меня, кстати, есть аура механизмов, повышает регенерацию главного здания. То есть мы можем получать по роже, отрегенивать. Так. О, ауешное дерево, прикольно. Шанс получить дерево, во-первых, при атаке, во-вторых, оно еще и ауешит, так что я его... А, блин, надо же этот... От... Блин, не успел я. А что это, виспы какие-то поперли? Ого, босс. Как раз я ауешку-то построил, в общем. Что-то они и так, фу, хп. Ну, почти. Странно. Угу. Они еще регенятся постепенно. Так, я получается, у меня дерево дает плюс один к защите. О, лола, они маны не получают, прикольно. А, мы походу сейчас... Дамажили их, что ли? Потому что, смотри, духи здесь вышли. А-а-а.
А, прикольно, кстати. Интересно. Блин, а у меня дерево перестало дерево давать. Вот это отстой. У меня Я он не есть понял. аура А замедления. Дерево с ауром замедления. почему у них только два? Они типа убили, что ли, двух? Ну, видимо, не знаю. Все плохо. Нет. Не, ну башню убивают потихонечку, но мы походу. Ну зато очень много голды получим. Да, тут выгодно. Очень много. Что-то даже, может, неконтролируемо много. Так, я не знаю, можно построить вот за 1000 голды, конечно, башню. Но оно дорогое. 1000 голды и 100 дерева. Блин, у меня что-то дерева вообще нет. У меня нет Хантерс Холла, то есть я не могу. Единственное, забавно, что эльф без Хантерс Холла. Так, я вот здесь вот потом построю дорогую башню, а сейчас пока чтобы не заняли, я бомжа построю, короче. Все подумают, о, Вадимка, блин, ради своего бомжа место крутое занял. Но я просто это. А, ну, кстати, он-то и не бомж, у него аура. Покой у него. Да ё просто, да в итоге он-то нормальный. Я тогда дерево. А, ну тогда я бомжа еще здесь построю уже в виде неулучшенного бомжа. Ну, получается, 7 хп восстанавливает. Офигеть, что так долго-то? Что произошло? Много денег получаем. Ага. А, мы можем хилять стоп эту башню? Повышает О, регенерацию да, можно зданий. башню хилять, Вадим. Ага. Можно этот еще, кстати. Да, добавь юз, я прожал. Не, можно укреплять это, увеличивать реген в своем центре технологическом. У меня единственное, денег нет просто на это. Так, ну ладно, вот здесь построим бомжа, короче, и потом на том месте построим за 1000 замедляющее дерево. Хотя не уверен, что игра стоит свеч, потому что 10% замедления всего. О, косарь как раз пришел. Давайте построим. Все, успокойся уже. А, скинь дерево, пожалуйста. Сколько? 70. Ого, на 51 только. Ой, Блин. блин, а что тут так быстро волна-то начинается? Двенадцать дерева, срочно, пацаны. О, могу построить. Все, аура замедления. Ну, я не знаю. Визуально, конечно, это не стоит 1000 голды. Визуально, по крайней мере. Ну, кстати, отхильчик такой, в общем, неплохой. Вот этот вот чувак у меня тут жарит. Да, тележка же вроде крутая. Так, давай, медведь. Кидаем омоложение. Улучшаем. Омоложение общий КД. Прям не пообузить. Ничего себе. Ну, кстати, что-то так отхиливать лучше стало. Но это явно дело не в моем этом. Массовое Бонус. омоложение. Ёшки-матрешки. Вот этот поворот. Да, эльфы. А Ну, эльфы были вообще, да, раньше? Что-то я да, деревья видел. были, да, были. Аура замедления. Ну да, это вот моя аура. Я за... Ничего себе там начальному юниту дали. Ого, у них дракон какой-то, ёшкин кот. А это босс, вот можно посылать же там. А, Можно, ё. кстати, сейчас это делать, вот сейчас. Сейчас. Сколько возможностей. Так, улучшаем друидика. Что-то у нас прям очень много юнитов. Ну, у меня потому что адский инком. У меня же получается инком, наверное, и так больше всех. Да. Ну, хотя нет, у тебя почему-то больше. В смысле, как так? Не знаю Думаю. как. Но у меня еще full stack копьеносцев, которые А, ну я, фигачат. видимо, эту штуку прожимал там за, ну, за голду чаще. А, точно. Но у меня еще и этот. Так. А, ну у меня-то дерева-то нету особо. Так что фиг я что сделаю. У меня вот есть эти деревяшки.
Не, ну мы их тоже нормально поковыряли. Ну да, теперь тоже будем их подфиживать, отстой. Я, короче, отправил полодоса нам. Я пишу, Вашингтон 57 голды, хотя сверху написано 450. У меня 23 дерева, только я не знаю, что делать. Ну, кстати, проблема в том, что скоро ты построишь максимальное количество юнитов, возможно, и все, как бы. Ну да, поэтому я еще не свапал. Получается, не так-то рудники крутые. Ну, хотя мои-то рудники всей команде, с другой стороны, дают, типа, фишку. Так, давайте. Опа. И его хильнем. Сейчас у меня будет этот эволюционированный подхиленный чувак. Ух, сколько всякой фигни тут. Да, просто от эффектов экран рвется. А мы кого-нибудь эволюционировали вообще? Я одного эволюционировал и похилял его. Так, а мне нужно, наверное. Ты когда юнитов продаешь, короче, они, ну, у тебя возможность новых построить не это. Ага. Понятно. Так что лучше там не то сё. Да. Но я скоро буду просто этот, на пике своего развития. Ну, то есть сильно там лучше. Надо по-хорошему, конечно, вот прям первого этого, кто выходит. Ого, эльфийский командир. Дух воздуха. А где Паладос? Не знаю, не А он еще завезли. идет? Почему я же послал Паладоса? Фиг пойми. Может, он там в ауре, конечно? Вон, смотри, Лучше. мой дух воздуха старается. Или дух молнии мой, не знаю. Ну, кто-то мой. Наверное, дух молнии, потому что я своего хилял. Ну, что-то мы их как-то это сейчас подфидим. Неконтролируемо. А мы до сих пор ни один айтем не положили, лол. Да, зачем? Ну, у меня денег нет, может, что этим заняться. Я тоже там это. Мне сейчас дряд еще. Я вот не знаю, дряд строить, не Не, ну, строить. это, мне кажется, полезнее будет, как бы, если ты на это деньги потратишь. Ну, не знаю. Айтемы какие-то. Ну, как он на скорость атаки, например, где, ну, 15% скорость атаки, мне кажется, самое полезное, что здесь есть. Ну, вот там больше процентов потом. Ну, просто там плюс 4 атаки, например, там 5-10, это фигня. Хотя, если скорость регенерации... А, ну, у них маны не Да мы остается, что-то их получается. уже как-то Да. принимаем. Да, походу все. Ну, может, сейчас этот последний шанс они заюзают? Или он там автоматически юзается? Ну, надеюсь, они знают, как он юзается. Короче, этот. Задавили инкомом. Ну, юзайте шанс-то. Видимо, он реально... Под конец. Ой, лол, позорники вон. 206 инкома, 266 инкома, вообще ни о чем. А командный инком тоже. О, последний шанс. Все враги уничтожены. Юху, прикольно. Так, ну что, посылаем футменов. Дерева ни черта нету. Ну хотя, вон на дракона хватает. Так-то. Текс, грейди медведя. Грейди медведя. А, можно еще сделать этого. Случайную эволюцию. Дух воздуха опять. Во, 600 голды. Ого, ты богат. Надо что-то построить, наверное. Экспериментатор еще где-нибудь воткнуть. Где Ух, вот можно, блин... сколько всего. Не, ну, кстати, в плане оптимизации карта такая прикольная. То есть есть инком, соответственно, методика подсчета инкома, методика добавления там инкома и так далее. И всякие такие эффекты, и вроде не лагает. Конечно, баланс хромает, но, в принципе, карта такая приятная. Ну что, айтем что ли хоть купить? А это надо к магазу, видимо, подойти. Да. Ну, перчатку давай. О, Перчатку исцеляет и... здание на 100% хп есть у рабочего, лол. У тебя есть Перчатку такое? и это самое...
У тебя есть хил у рабочего? Да, есть. Ну, кстати, надо было, наверное, башнями хилять. Ну да, я думаю, было бы довольно-таки полезно. 100% хп-то долбануть. Ну или главное здание там надо, не знаю. Ну лучше, конечно, когда башни живы. Не, ну вон, они уже даже футмена с трудом ковыряют. А у нас еще дракон есть. Ну, дракон, хотя не довольно сильный. Не, Ну дракон да. послабее, кстати, будет, как, чем там. Ну, как полностью апнутый футмен. Ну видишь, у них 120% от огня получается. С гаком. С гаком. У них этот от нашего гака получает. Да, да, тут, я думаю, без него бы все уже. Ну да. Вот да, так механик, вот. Конечно, новых много завезли. Все это интересно, но. Но. Надо балансить, да. Ну, балансить О, это это самое они опять сложное. похиляли, что ли? Балансить самое сложное, ты же понимаешь, как бы что. Ну Иногда да, я там буквально понимаю. плюс один, минус один, и уже все, уже сломалось. Я понимаю, да. Но это гран-при, поэтому, конечно, я буду довольно требовательным. Ну, я и являюсь довольно требовательным. Но, в принципе, тут не надо быть требовательным. Некоторые карты довольно высокий уровень задали. Особенно... Ой, я просто еще такое... Особенно краб ТД порадовало, на удивление. Представляешь? Ну, не, ну почему там, в принципе, зачатки были, просто видно, что Ну, вообще, на было... самом деле, нет. Все нет, было там... очень плохо. Ну, не знаю. Но там ну, были смысле... все герои абсолютно однотипные. То есть, герой — это только болванка. Разве Там... теперь все разные? Ну, а что там было, я не знаю, на самом деле. Там ты строился буквально на третьей волне, и волн 20-30 еще отбивался изи. Да лол, зачем они хиляются? Ну, они выживут, хотя, с другой стороны, конечно. Ну да. Или, может, подожди, а может это вообще страта такая? Может они сейчас, представляешь, сколько они голды получат? Не знаю, но у них главное здание-то будет починенное. Фиг пойми. А, кстати, перчатка футменам передалась? Не, не передалась, то есть, видимо, только в начале волны. Ну да, да-да-да, надо положить, Макс. О, слушай, 45%, кстати, это прям очень много. Ну да. Ну, Дракон родился какой-то. Ого, а может, если сейчас отправляешь, то он там и появляется? Можно А, точно, попробовать можно прийти? сейчас... А, так во время вот этого файта можно качать вот этих инкомных чуваков, да? Да-да-да, кстати, надо бы это сделать. Во. У них сейчас голды, конечно. Лучше даже не думать об этом. Блин, мне бы там в середине, конечно, место построить. Видимо, ладно уже. Так, мне осталось только дриад улучшить и все. Дриада 4 уровень. Ух. Монетка, конечно, мне приносит денежек. Дриада 5 уровень. Хотя не знаю, надо было, конечно, где-то вот там построить, где несколько раз обходят. Ну, сейчас я продам ее и все. А, и можно еще одну дриаду построить. Ух ты, мы практически полностью отхиляем монетку. Ну да, полностью отхиляли. Ну, они, наверное, тоже. Ого, 240 монет, халява. Блин, а что-то экспериментаторов сколько угодно, что ли, можно строить? Это ж неплохо, на самом деле. Выкинула у вас. Выкинула у вас 240 монет. Ну, я, короче, могу построить... А у тебя есть что-нибудь очень дорогое? Ну, нет. Если ты мне скинешь 900 голды... Ого. Я построю штуку, которая на всю команду ауру дает. Давай. Позволяет, ну, регенерация главного здания на один и дает предзащиту. Можешь футменов сейчас погрейдить. Хотя я не знаю, да, я погрейдил. Это самое... Хотя нужно ли нам это вообще? Какие-то драконьи войны уже пошли. Ну, это сейчас зачем-то, да, начали. Я не знаю, как бы, нужно оно нам нет, но, наверное, построить стоит. Как бы, посмотрим. А чего она дает? Ну, говорю, нужно оно или нет, ну, типа, реген главного здания. А, повышать регенерацию главного здания на один за каждый раунд, но не более 15. А также дает 5 защиты. Нужно оно нам, не нужно. Да, что-то не очень, наверное.
Блин, слушай, если у нас чуть-чуть поковыряли 41 голды, сколько же реально они там получили? Да, это вообще жесть. Но типа баланс, видишь, перекошенный. Так, дриада. Надо типа разных отравлять. Но это задолбешься, конечно. Это как в том прям хил, как в Пирата Д прям, затрехардить. Ага. Не, ну это слишком. А, так рев на эти наши башни. Давай, дрядкой. Ну как раз эти кидаешь копье, улучшаешь. Ох, сейчас жесть будет. У нас все будут с перчатками. Такие прям экипированные, отхиленные, частично эволюционированные. Да, жалко, что у моей расы типа преимущество инком дерева, и при этом на самом деле ни черта нет этого преимущества, дерева мало. Ну, голем какой-то попер. Ну, с перчаткой сейчас что-то будет страшное, мне кажется. О, отправлю-ка героев. А, нельзя героев отправлять все-таки. Почему? А, или сейчас они все протанутся? А, вот Ну и да, можно. вот когда все протонутся, тогда, наверное, можно. Я вот отправил. И я там страх лучниц. Парочку. Ого, нормально-то героев у нас. Да, нормально. Надо пробить бы их уже. Ну слушай, мана шилды, я смотрю, нормально так еще действуют. Вот эти вот. Ну, что-то мы их так бьем, что я даже не могу понять, как они действуют. Хотя вон там сверху. Сверху они нас пробивают. Ну все, Они с хрен. регенчиком, но правда регенчик первого левела у них так себе. Слабенький, да. Интересно, сколько реген максимум там? Ну, три, наверное. Когда много юнитов, это же очень профитно, потому что, ну там, они пока пройдут, там стоят, ждут. Долго очень. А тут хоп, и отрегенились. Да, но интересно, получается весь урон главного здания, то есть не ХП главного здания считается, а урон главного здания, да? То есть В мы вот в смысле? прошлый раз их надамажили, и они, например, там по 5000 голды каждый получил, да? Что-то не помогло, правда, им это почему-то. Ну, все-таки за один раунд-то. Ну, у тебя просто времени может не хватить. Те же дали Ну, не знаю, если голду. там очень много денег, то тут, не знаю, построил все башни, у всех нажал грейды. Ну, тебе дали голду, и получается через там 7 секунд пошли футмены уже. Хотя нет, там же еще был бонусный раунд с монеткой. А, ну у меня отравление так себе. На одну цель получается 7 хп в секунду по 4 секунды вообще ни о чем. Пытается вон они все выжить. Талола, в чем прикол мне апать здание, которое, ну, рядом проходит юнит, он случайную стихию его апает, да? Ну, типа, когда... Ладно, каждый юнит при прохождении рядом дает одну ману, и когда накапливается 70, он случайного юнита в случайную стихию эволюционирует. И при этом ап этого здания вообще ничего не дает. Ну, просто по приколу, если у тебя много денег, это статусно. Видимо, да. Это как этот iPhone X, он царапается, динамик дребезжит. Все не очень, но зато статус. Сейчас набегут всякие. Я фотов пока только улучшаю. Ну, точнее, засылаю. Да, Дестройер, вот, по-моему, имбовый был. Наверное, он пофиксил, там нежить Ну, была короче, я, жесткая. видимо, не буду строить, да, эту штуку за 100 тысяч золота. Ну, да, наверное. Хотя... У нас вроде все неплохо. Или Ну, сейчас-то построю. они, наверное, отобьются в итоге. Нехорошие такие. Ладно, свапну тогда в кого-нибудь. Кого только? Кого взять, думаешь? Но андеды, мне кажется, сильные, если он их не так прям жестко понерфил. А может, нак возьму там, кроме паразитов, что посмотреть хоть? Ну, как хочешь. Давай хоть посмотрим. Преимущество хорошие баферы. Паразит.
Бассейн, ну, конечно, сначала инком еще. Хотя, не знаю, нужно нам еще уже инком или не очень. На Не знаю голды. даже. Ну, я вообще не знаю, сколько они сейчас голды получили, что сейчас будет. Добавляет, ух ты, аура помощи. Скинь что-нибудь. Все. 30 дерева. Меня есть Я 14. добавлю к нам это самое. Три мстителя к волне. Блин, ну. Блин. Взгляд Василиска. Что за взгляд Василиска? На стан? Так, ну что, эволюция есть, конечно. Эволюционная башня. Есть что Ой, дриада, но она какая-то юниты бесполезная. засыпают. Ого, эволюция огня, эволюция молнии. О, Василиска-то хорош. О, дает элементалю грозу 10 урона. Для элементалей от первого уровня. О, цепная молния. Ух ты. А голды нету сейчас у тебя? Есть. Скинь там 400. Я сейчас ее построю. Дерево накапало. Во, или данчик, смотри. Нежданчик или данчик. Да. А у тебя серьезно нет ничего такого дорогого, да? Ну я сейчас в эволюцию иду. Мне дерева не хватает. Не, на гёпа какое-то, реально. Даже вот я сейчас смотрю, без паразитов УП. Да? Ну да, у них вот есть, вот смотри, Василиск, он с откатом в 20 секунд станет в АУЕ на секунду. Ну, а сам понимаешь, что здесь даже секундный стан, это очень круто. Вот, и плюс он плюется ядом, исцеляет один. При повторном попадании в период 3 секунд исцеление возрастает в 2 раза, потом в 3 раза и так далее. Ну, водичка. Ага, вот их настроил в одной точке, они просто там заплевали. Так, а где моя башня эволюции-то? Че я туплю? Так, вот футмен какой-то. О, найс. Дух молний. Так, а чё, КД, да? Да, и Офигительно, появилось столпа. КД. Ну, что-то я, конечно, не совсем тут построил, где надо. Ты посмотри, сколько у нас юнитов. Да, я вижу по карте очень много. Я тогда еще эволюционных башенок построю. А, их всего две можно, понятно. Так сейчас, по идее, мои грозовые элементали еще со спылами. Я не уверен, что это работает. Охренеть. Все ты, усы Андрея. Коллекционирует исцеленного юнита в стихию. Им даже места не хватает. Да, жесть. Е-е-е. Наконец-то закончились хилы. Да, но это слишком жестко по хилам, конечно. Но если бы это привело к их победе, было бы интереснее на самом деле. То есть, типа, они взяли там и то все. Затерпели. Войск Хотя убитого. тоже, знаешь, если для победы в карте нужно терпеть жестко, там, затягивать игру, то это не очень прикольно. Да. Ну, в общем, прикольно, но надо, конечно, вот взять там наждачку недельку и шлифовать, шлифовать, шлифовать. Ну, в общем, так. Ну, учитывая, что две карты с гран-при вообще в них невозможно играть. А, получается, выложено 12 карт из 20. Две карты невозможно, то есть, ну, то есть, этот вполне круто. Ладно, всем пока. Пока.